Друзья, это новый выпуск по Clash Royale. Я нахожусь на аккаунте у подписчика и буду сегодня открывать вот такие вот замечательные сундучки. На самом деле я редко делаю открытия, потому что считаю, что открытие сундуков подобное, оно уже изжило из себя, оно уже неинтересно. Но, ребята, когда я вижу супер магический, потом легендарный, супер магический, еще раз легендарный на одной панели, у меня это просто, у меня мурашки по телу, и хочется такую картину, конечно, у себя на аккаунте. И пожелать вам, чтобы такая картина на ваших аккаунтах была. Вот поставь лайк, если хотел бы тоже такую картинку, заходишь на аккаунт, а у тебя вот такие сундучки. Ну, согласись, да, круто. И подпишись на канал обязательно. Вот, и, собственно, я не мог отказать парню, потому что, во-первых, он потратил много времени. И, на самом деле, с каждым разом все больше и больше людей мне пишет. И, кстати, сегодня, либо завтра я для вас подготовил... тоже обалденный аккаунт, где будет тоже открытие сундуков, там будет еще круче картинка. Короче, обязательно подпишись и нажми на колокольчик, чтобы этот ролик не пропустить. Сейчас, ребята, мы, думаю, ему выбьем как минимум 3 легендарки, но надеюсь 4, очень рассчитываю. Значит, колода у него с Хогом, ему надо выбить Хога, ему надо выбить Палача, Шахтера, короче, ну вы сами все видите, вот эти карты ему надо выбить. Потом я пойду сыграю в онлайн каточку. Не знаю, его колоды или сам что-то составлю, мне не совсем его колода устраивает, но тем не менее. Короче, у него 3700, поехали, откроем сундучки, и потом после этого я попробую ему чуть-чуть ближе подняться к 3800. Начнем с огромного сундучка, друзья. Представляете, я сейчас с огромного лего, блин. Так, забираем награды, сейчас еще золотой сундук будет. Так, все, золотой сундук, дайте легу, чтобы для эпичности, эх. Так, ладно, ух, смс следующий. Так, королевский сундук. Кстати, у него легендарный сундук на этом аккаунте завтра. Но, к сожалению... О, Хок выпал. Но, к сожалению, я не могу его открыть, его сундуки завтра, ну, чтобы вместе с легендарным, потому что во время просмотра этого ролика, когда вы вот смотрите этот ролик, скорее всего, я уже сейчас на море купаюсь, где-то на пляже загораю. Да, я на выходные, ребята, уехал, ролики записываю заранее. Вот, поэтому... Если тоже хочешь на море, пиши в комментариях, хочу на море. Вот. Не знаю зачем, но просто напиши. Я хочу понять, сколько людей хотят на море. Ладно, ну что, давайте откроем легендарное. Кстати, я сейчас быстренько посмотрю, что у него тут за леги. Нету бревна, нету... Ой, много чего нету, короче. Ну давайте, надеюсь, что-то новенькое выбью и то, что у него в деке. Начнем вот с этого легендарного сундучка. Итак, первая лего. И... Ночная ведьма. Ночная ведьма, новая карта. Круто, круто. Я бы составил ему с ночной ведьмой какую-то деку. И еще один легендарный сундук. Плиз, шахтер, либо ледяной колдун. Эх, был же, был. Ну что ж, осталось два супермагических. Так не хочется их, блин, открывать, но надо. Помню, я мечтал себе выбить смс на своего основного аккаунта. Помню, мне он не падал очень долго. И... Какой же это красивый сундук, какой же он классный, блин. Хочется, чтобы добавили еще какие-то крутые сундуки, вот как СМС и подобные, там, легендарный сундук короля. Хочется, чтобы их побольше вводили в игру, и очень кайфую от открытий каких-то мощных сундуков. Ну, конечно, когда одно и то же, постепенно надоедает, поэтому хочется еще какой-то мощный сундук, наподобие, вот, подобный супермагическому. Вот помните сундук 13 тысяч карт, вроде так, да? 13 тысяч, по-моему, было в этом сундуке. Первое место за турнир 250 тысяч гемов. Вот хочется что-то такое крутое. Если введут в игру такой сундук, тут Ванга не надо быть. Вернутся все. Вернутся все, кто ушел из игры. Вот согласитесь, это будет прям классно. Вот если бы в турнире сделали, ну хотя бы, да, 13 тысяч карт это много. Но хотя бы сделали там, я не знаю, ну 5 тысяч карт. Классно же. Итак, лего. Далее, пацаны, лего. Давайте. Открываем. Ой, блин, я вот это сказал про сундук. Новая бандитка. И мне прям аж пипец. Вот я сейчас сижу и мечтаю. Прошел турнир, занял первое место. И сундук за 5000 карт. Это кайф просто. Я его открываю на видео. Ладно, это все мои мечты. А может быть, когда-нибудь и сбудутся они. Может быть, когда-нибудь Supercell там отдупляться у себя в офисе и сделают годную обнову. Пацаны, давайте этот ролик залайкаем, чтобы он где-то попал в топ и... они увидели наше желание. Так, что, не будет леги? Ах ты ж, блин, подвел. Ну, слушайте, прикольно, выпало 12 пек и 7 принцев. В принципе, неплохо. Но я так понял, что мы ему не выбили те карты, которые он хотел. Хога мы ему не прокачали на 9. Это немножко обидно.
Так, пацаны, я хочу сыграть с его декой, но меня не совсем устраивает его некоторые карты. Я, короче, вот это беру вместо вот этого. А вот что у него по фаерболу? Седьмой фаер. Ну, давайте возьмем седьмой фаер вместо вот этого. Вот как-то так. 3-0 эликсира. Ну, так более-менее адекватная дека. Просто до этого я не вижу смысла тогда роли палача в этой деке. Если уж нету торнадо, тогда возьми мушкетера. Потому что без торнадо палач, но он слабо функциональный. То есть он реально без торнадо очень плохой. Вот. Он обязательно... палач идет в комплекте с торнадо. То есть запомните, что это очень крутая связка. И не нужно ее избегать. Так. Ну вот против нас посложнее дека. С вышибалой. С вышибалой и этим. Так. Оу. Вот у него реально, смотрите, что происходит. Так, смотрите. Так. Как же он вовремя кинул фриз, пацаны. Я только выбросил гоблинов, и он кинул фриз. Охренеть, он запом убил моих гоблинов. Это когда по жизни неудачник. Просто. В ту же секунду, когда я выпустил гоблинов, он зафризил. Прям в ту же секунду. Вот пересмотрите. Я только выбрасываю гоблина, и он закрывает это заморозкой. На секунду бы позже, Хок бы, ну, оставил бы хотя бы полбашни мне. Ох, господи. Как же я обожаю эти низкие арены. Так, надеюсь, у него нету сейчас эликсира на вышибалу. Надеюсь. Просто капец. Вот что я сделаю? Вот скажите, вот, пожалуйста, ваши варианты. Давайте, пишите ваши варианты в комментариях. Как мне выиграть эту колоду? Палач, вышибала, торнадо, печка. У кого какие варианты? Есть? Нету? Вы не выиграете эту деку. Не выиграете. Ай, блин, еще и подсадится. Блин, это жесть. Это просто ужас. Еще и с фризом. Так, сейчас поставим на зарядку планшет. Ну, слушайте, я эту катку сливаю. Я просто, ну... Не знаю, как я должен выиграть эту колоду. У меня просто даже нет этих вариантов. Блин. Там одного вышибала бы хватило с печкой, а тут еще и торнадо. А, и ведьма еще. И фриз еще. Ой, боже. Ладно, давайте отдаем победу ему. Вот. А пока будем наблюдать, что у него еще за карты. Может, еще что-то выкинет. Фриз, так. Ну все, наверное, больше ничего у него нет. Ох, и странная дека. Палач и ведьма. Ну, согласитесь. Блин, я сколько раз говорил, что ну нахера брать... Два сплэш-юнита там по воздуху, да? Вот нахера? Нахера ему палач? Либо нахера ему ведьма? У тебя же есть ведьма, зачем тебе палач? Либо зачем тебе палач, у тебя есть ведьма? Не знаю. Это вопрос к нему. Он был на 4000, ему виднее, он знает толк в колодах. Ой. Так. Да, жалко, что такие конченые деки... обыгрывают адекватно. Вот у меня адекватно, она вроде со смыслом, но его деку я не могу выиграть. На высоких кубках, вот конкретно моя дека, которую я сейчас играю, тащит. На этих кубках, как видим, тут надо пуш, тут надо каких-то элиток брать, тут надо куча всего дефа побольше, там сплэша побольше. Тут реально колоды со сплэшом все. Охрена. Минус палач. Ой, боже, смотрите сколько. Не, ну это не сплэш юнит, это громовержец не сплэш. Ай. Тихо. Тихо, тихо. Фух, я думал будет похуже сейчас. Поехали. Поехали, у меня опять гоблины есть. Ой-ой-ой, зап. Ты быстрее зап, отлично. Фух, так, хорошо. Вроде бы нанесли небольшой урон. Против нас... Не, ну, пиздец просто, зачем им сколько сплэш-юнитов? Ну, там сплошной сплэш. Ну, призрак, колдун. Ледяной колдун. Ой, призрак-колдун, призрак-дракон. Нахрена? Тяжело, тяжело очень. Наверное, его дека тащила. Я, наверное, не прав, что заменил тут какие-то карты. Потому что...
я сливаюсь, и мне немножко стыдно, что я своему подписчику кубки сливаю. Не, ну я однозначно верну, не переживайте, то есть сейчас все вернем. Я просто не был готов к этому. Так, хорошо. Фу, я, знаете, вот когда играю против, ну вот когда у меня не идет катка, понятное дело, что это мне кажется, ну такое ощущение, что у соперника бесконечно эликсира, бесконечно карт на деф, он все выбрасывает, у него на все хватает, а у тебя ни хрена не хватает ни прокачки, ни эликсира, ничего. Вот просто какая-то, не знаю, жиза. Вот просто капец, он уже там прокрутился 100% уже до своих опять и громов, и не громов, короче. Так, зап сейчас отличный просто. Ой, все отлично, вот это, наконец-то я прошел. Фух, как это было сложно. Я хочу эту катку выиграть, друзья, очень сильно хочу. Он не использует гиганта, и, кстати, очень зря. Очень зря он это делает. Так, файр. Так. Блин, ну не хватает, видим, меня немножко эликсира. Ой, если сейчас гигант кинет, все, капец. Ай. А, давайте палача, чтобы он грома уничтожил по-быстрому. Так. Ты грома уничтожь, ты, блин, кривой палач. Так. Так. Фух, задефался. Ну что я сделаю? Я сейчас закину Хога, там будет гром армейский. О, армейский летов, кстати, вот. Так. А без запа я смогу задефать? Мне кажется, нет. Запаем. Здесь так. Здесь так. Здесь рыцарь. Вот сейчас, сейчас за 30 секунд, сейчас я задефаюсь. Я должен с него снести. Должен. Смотрите, сейчас должен снести. Чекайте, сейчас должен снести. Самое главное сейчас запнуть. Давай, 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 давай. Зап. Оп. Хорошо. Фаербол. Фаербол. Давай, 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 давай. Не, ну не хватает, я не понимаю просто. Не хватает и все. Скилла не хватает, либо не знаю чего. Скорее всего, скилла, да. Да. И времени не хватило. Слушайте, я подписчику одну катку слил, я ему должен вернуть. Честно, лучше бы не шел. Я не. Да. Думал помочь, в итоге еще хуже сделал. Эх, жалко. Напишите в комментариях, какими колодами... Ну, и кто на этих кубках, напишите в комментариях, какие деки здесь тащат, какие, какими колодами вы здесь играете, и какая прокачка здесь тащит. Ну вот, я вот сейчас играю с восьмым хогом. Я тащерства не чувствую. О боже. Против меня 11 комонки. Не, ну тоже 8 рарки, в принципе. А какие гоблины у меня? Так, давайте палача. Так, ну если... Оу. Нихера себе. Пипец. Башня-бомбежка. Давай ты уже сдохнешь. Так, отлично. Готовим фаер. Давайте фаербол. Не знаю, я не был уверен, что будет орда миньонов. Просто приготовил фаер, готовим записи, армия скелетов будет. Так. Ить! Если бы... Ну, я не мог запредиктить их, потому что он их долго не выбрасывал, и смысл запа наперед не был. Так, гоблины. Боже, капец. Банда гоблинов мне снесла полубышки. Ну да, там еще ракета, в принципе, но... тем не менее. Так, ну тут рыцарь уже, я тебе не дам просто так. Давайте сразу, короче, закинем Хога. Я надеюсь, у меня на башню-бомбежку сейчас не хватает эликсира. Отлично, это так, все. Самое главное забрать башню, теперь просто ему не давать меня дамажить. Но это я должен сделать, это я должен, потому что палач у меня... Да у меня много чего, торнадо, все дела. Главное, чтобы он меня по двум вышкам не додумался сносить. А, вот оно что. Ну, давайте тут, короче, так... Самое главное, чтобы шарик взорвался... Бля, он взорвется возле вышки. Я понял тебя. Так, ну слушайте. 900 хп он может добить. Тем более у него есть ракета. Давайте скинем рыцаря на правую сторону. Там башню-бомбежку немножко покоцали. Так. Так. Еще не сделал.
Через зеркало ракета. Ой, боже мой, какой бред. Зап. Так. Отлично, вышку забираем. Ай, так, тут палач. Ну, блин, на самом деле у него ДК, ну... Боже, он 35 хп добивает ракетой. Все, я подписчику кубки вернул. Значит, дружище, извини, что я тебе ничего не поднял. Правда, ну, не хватает у меня тут скилла. Думаю, сам поднимешь 3800. Все-таки ты как-то тут играешь. Вот, спасибо, ребят, за просмотр, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, потому что следующий выпуск будет тоже с открытием, но там будет немножко круче. Желаю вам удачи, пускай вам везет, меньше подбирается перекачанных игроков, побольше падает легендарок, крутых сундуков. Вообще, пускай с вами всегда будет удача и успех. Спасибо, до новых встреч, пока.